Сторона прямоугольника равна 7 см, а диагональ 25 см. Найдите соседнюю к данной сторону прямоугольника. Для начала сделаем рисунок, запишем данным. Четырехугольник ABCD – прямоугольник. Сторона CD равна 7 см. Диагональ AC – 25 см. Найти сторону AD. AD неизвестно. Напишем теорему Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. C квадрат равняется A квадрат плюс B квадрат. Эту теорему нужно знать. Рассмотрим треугольник ACD. Угол D будет прямой, так как углы прямоугольника прямые. Воспользуемся теоремой Пифагора. Квадрат гипотенузы, это AC в квадрате, будет равняться сумме квадратов катетов. AD квадрат плюс CD квадрат. Выразим отсюда AD. Тогда AD квадрат будет равняться AC квадрат минус CD квадрат. Преобразуем. Тогда AD будет равняться AC квадрат минус CD в квадрате. И все это под корнем. Подставим сюда наше значение. Тогда AD будет равняться AC по условию равняется 25. Получается 25 в квадрате минус CD в квадрате. Это 7 квадрат. И все это под корнем. Посчитаем. 25 в квадрате – это 625. Минус 7 квадрат – это 49. И все это под корнем. Посчитав, получаем 576 под корнем. Или сторона AD равняется 24 сантиметра. Запишем ответ. Соседняя сторона AD равна 24 сантиметра. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.